Добрый день! Вы смотрите прогноз погоды на вторник, 21 июня. На территории Кировской области ожидается облачная погода, местами дожди. В Котельниче ожидается до плюс 21 градуса. Жители Уржумы, Нолинска, Яранска и Вятских полян увидят на своих термометрах отметку плюс 19. В Слободском до плюс 17 градусов возможен дождь. До плюс 16 градусов прогреется воздух в Кирсе, также высока вероятность дождя. Прохладнее всего будет в Лузе, всего плюс 15 градусов. В Кирове во вторник ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем поднимется до плюс 20, ночью до плюс 13 градусов. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер западный до 2 метров в секунду. Световой день продлится 18 часов 22 минуты. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на вторник, 21 июня. Хорошего дня!